В зависимости от первичных документов, как будут оформлены в ГИБДД. Вам сказали, что ни одна ДТП, это оформлено будет несколько, в зависимости от того, чьи конкретно действия. Вот, смотрите, если бы это было бы столкновение попутное, это называется попутное столкновение транспортных средств, двигаешься в одной полосе движения. Соблюдаешь дистанцию. Тут соблюдение дистанции. А вот первые два автомобиля, которые стали, они инициаторы своего ДТП, ага. Между ними спор решается. В последующем, как я поняла, сидельный тягач, который двигался за ними, двигался со скоростью, обеспечивающей контроль за его движением, применил меры экстренного торможения, остановился, и уже транспортное средство, движущее за ним, не соблюдало дистанцию, допустило, соответственно, столкновение с этим транспортным средством. И все остальные автомобили, так же самое, в первую очередь, не соблюдали дистанцию. Очень редко, ну, во-первых, у нас, когда происходят именно такие столкновения, в 99,5% считается виновником транспортное средство, двигающее сзади. Исключение только, когда при обгоне резко перед вами перестраиваться, где вы не можете соблюдать дистанцию, здесь уже можно говорить о виновнике, именно о водителе, который вам создал помеху движения своим маневром обгона и возвратом в полосу движения перед вами. А здесь, в принципе, сложности в определении вины не будет, а вот в определении размера ущерба, а именно по разграничению повреждений, полученных между участниками, особенно если вот это паровозиком идет, тут могут возникнуть проблемы. Но, как правило, у нас автотехника сейчас достаточно неплохо работает, очень много методиков определения по характеру столкновения, место удара, разлета. Все это, в принципе, определяется. Высшая математика, да, для меня пошла какая-то.